На площадке перед зданием торгового дома ЦУМ собралось более 5000 шымкентцев. Все они в волнительном ожидании розыгрыша ценных призов. Принять участие в праздничной лотерее мог каждый желающий. В течение 3 месяцев клиентам, купившим товар на сумму 10 тысяч тенге, выдавался купон на участие в розыгрыше. Главное, что ограничений в количестве купонов не было. И у самых активных покупателей шансов на выигрыш больше. 5435 человек приняли участие в этой акции. Хочется поблагодарить наших арендаторов, которые присоединились, активизировались в нашей акции, потому что помимо того, что они активно продавали со скидками, был ночь скидок на этот товар, они еще выдали очень много призов. Меха, ювелирные украшения, денежные сертификаты, бытовую технику и главный приз – автомобиль Nissan Almera. Торговый дом ЦУМ разыгрывает около 100 призов. Счастливым обладателем нового жидкокристаллического телевизора становится Анна Рябошапка. Девушка не один год является преданным покупателем ЦУМа и знает о качестве товаров торгового дома не понаслышке. Рада очень, честно. Моя дочка вообще счастливая тоже вытащила. Она же, ее позвали вытащить купон, она вытащила. И мы выиграли телевизор. Приятным сюрпризом обернулся розыгрыш призов для 18-летней Герим Курбай. В преддверии 8 марта девушка получила в подарок от ЦУМа норковую шубу. Я очень рада, это так неожиданно. Норковая шуба была моей мечтой. Благодаря торговому дому ЦУМ она сбылась. Спасибо. Мы с семьей постоянно одеваемся в ЦУМе. Здесь очень хороший выбор и отличное качество. И вот момент истины настал. Ребенок из зала тщательно крутит барабан. Толпа замирает в ожидании. Озвучивается номер главного победителя, обладателя автомобиля Nissan Almera. 108 и последняя цифра. 9, друзья! Поздравляем! 1-0-8-9. Ну покажите нам! Проверьте! Главным победителем и обладателем Nissan Almera становится Перизат Джумадулаева. В первые минуты у женщины не находится слов. Даже держа в руках ключи от заветного автомобиля, Перизат не верит в свою удачу. Я не ожидала, конечно, но до последнего стояли, думали, что будет, уже собирались уходить. Вот последний выигрыш был наш. Спасибо нашему чемпионскому ЦУМу. Неожиданность это. Очень рада, очень рада. Торговый дом ЦУМ уже 30 лет радует шымкентцев качественными товарами. Ассортимент более чем 150 бутиков действительно впечатляет. Именно здесь можно купить самые последние новинки мировых брендов. Тем, кому же не повезло в лотерее, сотрудники ЦУМа советуют не расстраиваться. Впереди горожан ждет немало конкурсов и сюрпризов.